Привет, моделисты, с вами Груша, и мы сегодня заценим, как можно создать паутинку по-быстрому с помощью аэрографа и волшебной жидкости. Для создания нашей ленивой паутинки поможет нам вот эта бутылочка. На уютный пенек приклеим паучка, который сплетет паутинку, добавим немножко травки. Дальше с помощью аэрографа распыляем нашу жидкость. Она вылетает тонкими хлопьями, цепляясь за выступающие части модели. Я бы рекомендовал форсунку на 0,4 или больше, потому что маленькие форсунки забиваются сильно. Излишки паутины уберу кистью. Паутина очень натуральна, на мой взгляд, подходит для более большого масштаба. Потестим сейчас на веточке. Возьмем обычную веточку и нанесем нашу паутину. Буквально 100% она похожа на обычную паутину настоящего паука. Этот материал хорошо подойдет для художки или любых моделей, которые не используются для игры, потому что паутина легко снимается от прикосновений. Вот такой материал, как использовать, ну уже ты сам реши. Если видео понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, зайди в мою группу ВКонтакте, посмотри на мои работы, может что-нибудь даже закажи у меня. А состоятельные парни могут задонатить на выпуск видосиков, обзорчиков. Все ссылки в описании и в закрепленном комментарии на YouTube. Всем пока, увидимся.